Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Первая тройка в студию! Вот задание на первый тур. Крутить барабан. Это обувь, появившаяся в начале 18 века в России, обладает еще и целебными свойствами. У вас ноль. Вращайте, пожалуйста, барабан. 500 очков. Буква А. Откройте нам букву А. Вращайте, барабан. Тапочки. 850 очков. Буква И. Откройте букву И. Вращайте, барабан. Вращаем. 350 очков. К. Откройте букву К. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? К сожалению, не угадали. Что-то со шкатулками не везет. Будете крутить барабан? Хронически. 750 очков. Че? Я поражен. Такой буквы здесь нет. Ага. Будете крутить барабан? Вот вам и тапочки. Белые. Чтоб я тебя видел, рабу. Все ваши очки умножаются на 2. Сектор призовой, можете назвать букву. Так. Обувь, лечебное свойство. Не, ну я придумал. Тапочки. Не знаю даже. Б. Ой. Неверно. Будете крутить барабан? Можно так и сапожки сказать. Не знаю. Ух ты. Сектор приз. Зато 10 тысяч. Не угадали шкатулку. Вы какую шкатулку выбираете? Ага, есть! Давайте, назовите букву. А нам, в принципе, уже бабло и не надо. Откройте! В магазинах уже пусто. Будете крутить барабан? Да кто ж это такие? Пятьсот очков, буква. Валенки. Ёлки. Тапочки. Откройте нам букву Н. Так. Назовите слово целиком? Нет, давайте покруче. Вдруг приз. 500 очков, буква. Л. Замечательно. Откройте букву Л. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам? Есть! Есть! Итого
принес 15. Будете тысяч. Вращать барабан, назовите слово сразу. Давайте, давайте. А, продолжить нажать надо. Абсолютно точно! Тапочки, сапожки. Да, весело. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Вторая тройка. Вот задание на второй тур. Прощайте, барабан. По мнению Кира Булычева, в будущем врачи сумеют излечить от любой болезни, кроме этой. Нас морг. Ну, предположим. 350 очков. А. Откройте нам букву А. Вращайте, пожалуйста, барабан. О. Сектор приз. Призы посыпались. Правда, непонятно, зачем нам деньги. Вы какую шкатулку выбираете? Ух ты! К сожалению, не угадали. Да. Давайте, назовите букву. Прошляпила. Что? Такой буквы здесь нет. Прощайте, барабан. Восемьсот пятьдесят очков, буква. Откройте букву К. Вращайте, пожалуйста, барабан. 750 очков. Откройте букву О. Будете барабан вращать? А вы все равно банкрот. Будете барабан вращать? Будем. 750 очков. Ой. Откройте нам букву Р. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 600 очков. Буква. Другое дело совершенно. Откройте букву М. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 350 очков. Откройте букву С. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам? Есть! Есть! Назовете слово целиком? Да. Давайте, давайте. Абсолютно точно! Третья тройка. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Третья тройка. Вот задание на третий тур. Крутите барабан. Это слово пошло от европейского слова «камрад», в оригинале означавшее «напарник по казарме». Коллега. У вас ноль. Крутите барабан.
350 очков. А. Откройте нам букву А. Ну, вращайте барабан. Восемьсот пятьдесят очков, буква. Е. Нет, неверно. Вращайте, пожалуйста, барабан. Триста пятьдесят очков. И. Откройте букву И. Вращайте, пожалуйста, барабан. 500 очков, буква. О. Гениально. Откройте букву О. Что, будете крутить? Соратник. Четыреста пятьдесят. К. Такой буквы здесь нет. Нет. Будете крутить барабан? О, братин. А так, а кто ж это такое? Ну, соратник, так же. А, соратник не подходит. 500 очков, буква. Это кто его знает? Р. Кто ж будет спорить с этим? Откройте нам букву Р. Будете барабан вращать? 750 очков. Товарищ, ёлки-палки. Откройте! Будете вращать барабан, надавать слово сразу. 600 очков. Буква. Ну, слава богу, наконец-то. Откройте букву В. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам? Есть! Есть! Назовете слово целиком? Конечно. Давайте, давайте. Ну, конечно! В эфире «Капитал Шоу» «Поле чудес». Финал. Финал! Прошу! Вот задание на финальный тур. Ну, вращайте барабан. Здесь не только лечат, но еще и ведется учебная работа. Но это клиника. Чем больница отличается от клиники? Тем, что при клинике кафедры институтов прикреплены. Восемьсот очков. Буква А. Откройте нам букву А. Вращайте, пожалуйста, барабан. 350 очков. К. Откройте букву К. Что, будете крутить? Буду. 500 очков, буква. И. Хо-хо! Откройте букву И. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? К сожалению, не угадали. Назовете слово целиком? Ну. Давайте, давайте. Назову.
Ну, конечно! И перед нами победитель! И супер, и это... В эфире капитал шоу «Поле чудес». Супер игра. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на супер игру. Я разрешаю вам открыть любые семь. В Древней Руси городом называли только тот населенный пункт, в котором было построено это. Село от деревни отличается наличием церкви, а вот город от села и от деревни. Так, что ж тут построено? И целых семь букв разрешают открыть. А сейчас мы гласные все откроем, авось да и попадем. Мы не будем, я и Р, любимая буква. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Минута пошла. Построено это. Ну, ничего не пришло. Дре, жре, зре. Ладно, сдаюсь. Все, минута вышла. Увы и ах. Блин. Но зато в скрижалях «Поле чудес» вы навсегда остаетесь победителем! Да. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Ладно, выходим. Деньги нам ни к чему, покупать нечего. А суперприз в виде сертификата мы не выиграли. Ладно.